Кировские фольклористы показали свое творчество Бедросу Киркорову. Участники ансамбля «Позвонцы» достойно выступили на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского фольклорного искусства «Соловушка». С победителями встретилась Милана Поварницына. Веселых, легких игровых песенок, где есть элемент театрализации, делают первые шаги в искусстве участники фольклорного ансамбля «Позвонцы». Таков золотой принцип преподавателя Галины Воронцовой. Все для того, чтобы ребята полюбили русские народные песни всей душой. Игровые песни они возили и на международный фестиваль-конкурс в Москву. В нем участвовали ансамбли и солисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Севастополя. Возглавлял жюри престижного конкурса Бедрос Киркоров. Юные кировчане с честью выступили и получили звание лауреатов третьей степени, несмотря на серьезную конкуренцию. Это очень сильные народные традиции, южные, яркие очень традиции, поэтому нам было непросто соревноваться с такими сильными коллективами, традициями сильными. У нас традиция северная, она более мягкая, такая, может быть, даже не очень броская по сравнению с южными традициями. Бедрос Киркоров тепло отзывался о кировчанах. Запомнились юные таланты и другим членам жюри. Еще бы, ребята из фольклорного ансамбля очень старались и в хоровом исполнении, и сольном. Сармикину выносила, кого надо видела. Видела парняночка, да гаврусы гоненочка. Солистка фольклорного ансамбля Анастасия Лалетина на международном конкурсе стала дипломанткой второй степени. И поддержка здесь сыграла немалую роль. Все мне говорили, что ты сможешь все сделать. То есть вы с девчонками друг друга поддерживаете? Помогаете? Да. У нас еще мальчики поддерживали. И мы их. Фольклорный ансамбль «Позвонцы» – участник многих конкурсов и фестивалей. В коллектив принимают всех и постепенно развивают. Возможно, многие из ребят не свяжут свою жизнь с музыкой, но никогда уже не забудут, где их корни. А еще здесь царит особая атмосфера, такая же, как песни – добрая, веселая. Мне преподаватели очень нравятся, девочки веселые. С ними интересно играть всяко. На репетициях интересно. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, «Вести», Кировская область.